Впервые выездная администрация проходит на улице в парке Толстого. Это одно из самых оживленных мест вблизи железнодорожной станции. Задали свои вопросы более 80 химчан. Большинство обращений связаны со сферой ЖКХ. Массовые пошли обращения, напоминания, наверное, даже больше от жителей. Это протечки, которые были весенние, зимние, и жители обеспокоены тем, что когда их устранят, составлен график, мы непосредственно управляющая компания проводит локальный ремонт. Кровель, больше практически таких 300 адресов, все они собраны, в том числе и с выездных администраций, никого не забудем. На выездную администрацию жители приходят не только с вопросами, но и со своими инициативами. Так, например, Екатерина и Антон Филипповы пришли в парк, чтобы рассказать о своем предложении по благоустройству набережной. Так как мы находимся и живем в доме рядом с рекой Химка, постоянно, да, люди празднуют, там, отмечают там, майские праздники и так далее. У нас есть огромное предложение, с которым мы хотим выйти, и давным-давно это предложение подсвечивали для того, чтобы благоустроить таким образом, чтобы не было мусора. Мы плюс-минус примерно понимаем, да, как мы хотим это сделать. В новом формате выездной администрации принял участие и лично глава Химок Дмитрий Волошин. Он пообщался с жителями. Один из них обратился к главе с предложением провести в Химках масштабное соревнование по мотокроссу. Вам от нас нужна трасса, полиция, скорая, пожарная организация, ответственность, постановление главы о проведении мероприятия. Там столько всего, но мы готовы помочь. Химчане позитивно отнеслись к новому формату встречи, на которую пришли целыми инициативными группами. Жители Ленинградской улицы обратились с просьбой провести в их доме капитальный ремонт. Значит, первый вопрос. Можно ли быстрее сдвинуть нам сроки? Да. Правильно вас понимаю? Правильно, конечно. Понимаю. Второе. Есть аварийная срочная история. Как ваше имя? Меня Виктор зовут. Виктор показал нам видео, где течет чердак. Этого быть не должно ни при каких обстоятельствах. И это нужно все сейчас отремонтировать. Глава Химок взял на контроль данный вопрос. В ближайшее время сотрудники ЖКХ поедут на место и оценят ситуацию. Сказал, что будет разбираться. Вот. Приедут с комиссией, будут проверять, делать проверку. Обещали четверг-пятница на следующей неделе. Это очень удобный формат на самом деле. Очень удобный. Все в одном месте. Вот. Тебе не надо, во-первых, записываться никуда. Потому что, все люди работают, и администрация наша работает тоже. Встречи в формате выездной администрации проходят каждую неделю. Следующая состоится 13 июня в Сходне. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.